Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные наши награды. Так, Лига Сёгунов 3 звезды, меня сбросили. Ну, в принципе, я не удивлюсь, ребята, очень много времени прошло, поэтому такое может быть. Так, забираем здесь бесплатную колоду. Так, что у нас там еще по ежедневочкам, давай-ка глянем. Пройти серию испытаний, наверное, надо. Давай быстренько пробежимся. Кстати, тут уже пахнет Крэнгом, тебе не кажется? Мне так лично очень кажется, что Крэнг хочет... Ну, не знаю, сегодня вряд ли. Может быть, в следующей серии, завтра, например, можно будет его наказать. Так, Зэк, ну куда ты лезешь? Ну куда ты вот лезешь? Ну, хорош, ребят. Так, Зэк какой-то крепенький, да, получается? Давай, наверное, просто вот этим вот ударом. Допустим. Так, волну я не буду применять смертельную. Вот так вот сделаем. Так, здесь. Вот ржавая бочка, а. На тебе. Так, на второй волне у нас что там получается? А на второй волне у нас острозуб. Училка. Так, наверное, мы сделаем волну. И ракеты. Все. И больше тут ничего и не надо было делать. Этого им было достаточно. Ну что, забираем тогда награды наши. И пойдем-ка мы, наверное, уже выступать в поединках. Так, мы прокачиваем с тобой Зэка по уровню. Кстати, уровень мы ему поднимаем до 88-го. А по прокачке у нас идет Майки. Насколько я помню, да? Микеланджело Видение. Именно его мы прокачиваем. Так, 9 катушек с пленкой нужно. Так, 2 катушки есть. 3. Так, 4. 5. 6. 7. 8. И последние. 9 катушек с пленками нашли. И еще 12 автомобильных этих знаков, номеров. 2. 3. 4. Так, у нас пиццы там хватит. 5. Ну. Ну. 5. Давай 6. 6. 7. Так, 6, 7, 8. Все, ребят, пицца закончилась. Ну, 8. Нормально, ребят, еще 4 знака и все. И до 3 ступени мы прокачаем. А пока забираем все выполненные задания, все ежедневки. Так, что-то я не понял, это что? В плане скоро. Вы что, издеваетесь, что ли? Какой скоро, эй? А куда делось, ребят? Куда испытания делись? Эй! Так, вы напишите в комментариях, это только у меня испытания пропали или у всех? Что за бред? Посреди недели причем. Какой посреди? Уже концовка недели, ребят. Зашибись. А, кстати, я в Лиге Сёгунов 3 звезды. Зашибись. Что это вообще, ребят, как-то... Как-то все очень плохо, если честно. Так, ну что, я тогда не буду здесь, ребят, особенно долго выпендриваться. Давай тогда сразу пойдем по тяжелой артиллерии. Просто будем сейчас быстренько с тобой, ну, буститься, одним словом, так скажем, ускоряться. Не будем тут на равных. Блин, а зашибись. Задания у нас нету. Странно. Я еще и в Лиге Сёгунов. Я даже не в Лиге Мастеров, ребята, а в Лиге Сёгунов нахожусь. А сегодня у нас что, воскресенье? Да, это что получается? Что я могу не попасть? Хорошо, если сейчас у нас 9 часов утра, то, надеюсь, к вечеру я еще, ребята, поиграю. Ну, как-то надо буститься, это что за дела-то? Сбросили меня, вот что. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты со своей пиццей-то лезешь? Это плохо, ребят. Это очень плохо.
потому что они сильнее, чем я. Я жду только, чтобы Бакстер Стокман вызвал маузеров своих. Иначе нам тут не сдобровать. Давай, маузеров, маузеров своих, быстрее. Фух. Волна, видишь? Нет, она двоих, в принципе, подкосила, у которых там постепенный урон был. Но, видишь, этого было недостаточно. 65-я позиция. Очень медленное движение у нас. Давай возьму Хужеголового и... Откатов у нас, ребята, 23 штуки. 23 штуки, это получается у нас на 11 поединков. Это на крайний случай. Уж не знаю, как тут получится у нас. Пока у нас такие вот титаны, как Хужеголовый, да... Кто у нас там еще был? Пока не будут рулить, все будет хорошо. Но только стоит до 70 уровня подняться, сразу все пойдет наперекосяк. Возьмем здесь Макмана и, наверное, Зека. Так, Зек уже 88 уровня. В принципе, ребят, приятно, что скоро он станет 90-м. А по итогу я хочу его докачать до соточки и посмотреть уже, как он будет себя вести на 100 уровне. Мне кажется, вот эта вот бомбочка будет уже намного больше наносить урона, чем она сейчас бьет. Так, продвигаемся дальше. Давай мне 30-ю. Конечно, 30-ю. Губозакаточную машинку купи и губежки закатай. Мне нужно 16... Ведь было же 16-22, вот. Ну что, берем Донни, Рафа, Лео, Майки. Ну и кого там еще? И вот этого Майки возьмем. Два брата-акробата, один лом, другой лопата. Уклоняшку. Давай сделаем уклонение. Так, теперь вертушка от Лео. И сюрикены от Донни. Все. Блин, ребята, у меня что-то геймпад перестал работать на компьютере, не понимаю, в чем проблема. Хотел в игрушки поиграть, там кое в какие. Черепашек-ниндзя, например, тоже. А они на геймпаде, а у меня геймпад не работает. Зашибись. Так, ну что, как думаешь, Ваньке одного хватит? Или все-таки, давай вот возьмем Железноголового для подстраховки просто. Раз, два, три. Хотя от него подстраховка, если честно, от этого Железноголового. Он будет ходить самым последним. Да ты чё, серьезно что ли, Майки? Давай завязывай дурковать-то. А чё у них опять-то с глазами, ребята, случилось-то? Помнишь, как-то раньше был такой баг? Да хорош уже тут выпендриваться. Ванёк, ты будешь этот? Понятно. Я все прекрасно понял, ребят. Зашибись, раскатали. Опять у них с глазами. Это, ребята, значит... Это значит, что что-то с игрой. Потому что в последние разы я давно такого не видел. Пучеглазых. Видел. У Ваньки глаза по 3 рубля. Так, нормально. Но мы еще до сих пор даже в Лигу Мастеров не пришли. Прикинь. Ладно, я возьму Крэнга и Шредера. Блин, у меня еще столько бойцов, а я уже перешел к тяжелой артиллерии. Не зашибись. Ладно, все равно нам делать нечего. Зачем я взял только Крэнга, никак не могу понять. Тут бы достаточно было бы и Шредера одного. Ну и плюс там небольшая, как говорится, помощь и все. А я взял двух таких мощных самых персонажей. Еще нет соединения. Ну давай ты погружайся быстрее, а. Ну что, давай 10-ю, 15-ю. Блин, 17-ю. Ищем 16-22. Так, пойдет у нас Усаги, Крис Брэдфорд,
Нет, Сплинтер, ты не пойдешь никуда. Надеюсь, Рокзар успеет взять на себя провокацию, чтобы нас тут не пробили. Ну, замечательно. Такс. Хлоп. А этот упадет постепенно, нет? Как ты думаешь? Да мы, наверное, быстрее его завалим сами так. Нет, все-таки от постепенки. Все-таки от постепенного урона. Да, какое-то очень тяжелое продвижение. Не буду, ребята, скрывать свое недовольство. Очень тяжело двигаемся. Так, раз, два, три. Ну что, Армагон и Супер Шреддер, соответственно, дают нам пропускные сразу же баллы. Стопроцентные, гарантированные, да, что никто у нас тут не упадет больше. Но все равно немножко обидно. Даже если мы сейчас с тобой доберемся, да, до Лиги Мастеров одна звезда, то до двух звезд у нас никак не получится. Ладно, как я и обещал, вечером попробуем, ребят, еще раз отыграть серию. Ну, серию, может быть, я не буду записывать, за кадром сделаю. Хотя, может быть, и поиграю, посмотрим там. Потому что я что-то вчера вырубился очень рано, в 6 часов дня. Ну, правда, после ночной смены. И проснулся в 5 часов утра. Нормально? И вот сейчас уже почти 10 час. И меня уже начинает подрубать. Опять спать. А я прекрасно знаю, если я сейчас вырублюсь, я проснусь где-то в часов, наверное, 5 вечера. И опять всю ночь проторчу, а мне потом на работу идти. Так что надо как-то либо терпеть, либо я не знаю, что делать. Так, 16:22. Ладно. Давай. Откаты прямо на глазах тают у нас. И персонажей очень много все равно остается, потому что нам приходится всего троих отыгрывать. Если когда ты одного берешь, можно четырех отыграть, то здесь только троих. Соответственно, они медленнее заканчиваются. Так, сегодня еще драконы, всадники, улох, а продолжение событий надо будет делать. 76-я. Блин, дайте мне 16-23. Я думаю, что можно же дать. Не? Нет, ни в какую не хотят. Жмутся. Жмут как валенки, да? Блин, куда главное событие-то делись-то у нас? Я не могу понять. Скоро главное. Не забудьте написать, ребята, в комментариях, у вас так же или это только у меня? Хотя, по большому счету, с какого перепуга только у меня должно быть такое? Это, наверное, у всех. Так, ну что, идеальная победа. Двигаемся дальше. 66-й место. Я, конечно, в глубине души надеюсь, ребят, что мы... Нет. В глубине души надеюсь, что мы все-таки успеем дойти до Лиги Мастеров. Две звезды. И в то же время я смотрю на свои откатики. Кстати, я еще рекламу не смотрел, поэтому десятка еще, ребята, у нас в запасе. Плюс у нас по долларам. В принципе, все неплохо, но я думаю, что, наверное, надо все-таки покупать телепорты. Телепорты заканчиваются, тем более мы их очень много в последнее время начинаем тратить. И как бы 250 штук на дороге не валяются. Не сколько мы там? 250 обычно берем же. Так, ну что ж, давай. Армагон опять же. А если, например, с Армагоном возьму Кожеголового? Я думаю, что Кожеголовый не подведет меня в плане инициативы. Да не должен, в принципе-то. Сейчас он сделать должен кувырок свой. Армагон не дал ему сделать кувырок. Такой, наверное, там Шреддер-то побаивается, а тут какой-то думает, Кожеголовый пришел ко мне, дай-ка я всю славу себе заберу. И накатил. Ну вот, наконец-то дают уже 17:23.
И уровень, ребята, повышается у наших противников уже 75-й, 74-й. Максимальный, не забывай, здесь 79-й. Ну, максимальный я имею в виду у противника. У нас-то 100-й. Хорошо, так, уж головой. Давай, выпал шанс тебе добить. Справился. Причем даже не напрягаясь. Да блин, 38. Было 42, 38. Че, всего там несколько ступенек проскочили. Бред какой-то. Вот это вот меня раздражает больше всего. Смотри, у них опять, ребята, упал. Упал до 69-го, 67-го. Был 75-й, стал 67-й. Я не понимаю, почему так прыгает-то все. Сфига вдруг такие прыжки-то делают. Кстати, ребята, вы в курсе, что в Tower Conquest у меня почему-то Сунь-Укун исчез? То есть он у меня как бы есть, но он не открытый, его нужно открывать. Я в шоке был. Я тут серию начал записывать. Смотрю, у меня Сунь-Укун, ну, вообще в отряде нету персонажа, думаю, какой персонаж у меня в отряде отсутствует? Начал бегать, искать. Смотрю, Сунь-Укун, он у меня закрытый на замке. Ребят, напишите, у вас так же или нет? Я, кстати, серию, наверное, сегодня, может быть, завтра запилякаю по ней. Так что, блин, подожди, Армагон, этого-то. Давай, ладно, Шреддера возьмем. Раз, два, три. Слушай, ну, скорее всего, до Лиги Мастеров 2 звезды мы сегодня дойдем. Да, я еще возьму откаты, сейчас посмотрю. И, в принципе, должно все у нас получиться. А вечером, как раз там 8 часов надо будет на откат подождать, да? Если сейчас 10 часов дня, то 8 часов вечера уже все будет, в принципе, готово. То есть можно заново поиграть. Так, 17:23. Армагон, кожеголовый. Смотри, опять же, ребята, 70-72 только сейчас у них стал. А как же там-то было у них, не могу понять, 75-й, 74-й. Почему они так понизились-то низко? И резко причем. Такие скачки, вообще не понимаю. Давай хвостом, на. Ваньку ушатали. У меня сейчас одна цель, ребят, дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Да что ты, блин, с 19 позиции на 13. То есть 6 ступенек всего дали мне пролететь. 6, ребят. Хотя я брал 17-23. Так, тут Армагон. Опять же, ребят, не будем баловать, потому что здесь у них Майки. Майки, хоть он 70 уровня, но у него достаточно много инициативы. Так что, Шреддер, вся надежда на тебя. Ну, он готов. Он даже слабее, 70 уровень слабее, чем 100 уровень этого Армагона. Все, я понял. Понял, не дурак. Ну что, есть, есть, ребята. Лига Мастеров 2 звезды. Еще, по-моему, у нас, блин, откатов мало. Ну что, я тогда пойду, наверное, в магазин. Давай посмотрим, что у нас по жетонам. По жетонам все плохо. Энергию буду смотреть, ребят, тогда рекламки. Ну что, друзья, всю рекламу посмотрел, получил 10 откатов, и мы продолжаем наш турнир. Давай, поехали. Армагон плюс Крэнк. Раз, два, три. Тут остается, кстати, парочка поединков и все, ребят. Но главное нам немножечко укрепиться, как говорится, в Лиге Мастеров 2 звезды, чтобы потом было немножко попроще. А что у нас получается с понедельник, ребята. Я в понедельник отдыхаю, поэтому буст у нас будет. В понедельник у меня, как говорится, крайний выходной. Потом во вторник я уже пойду на работу с утра. Так что все отлично. Так, 89 место. 89 место. Ну, давай так сделаем. Раз, два, три. Опять не хватает одного. Ну, фиг с ним. Ладно. Сделаем откат не на двух персонажей, а на трех. Чтобы полностью отыграть.
Не понял юмора. Что это? Что это такое? Что они стоят тут и выпендриваются? Сегодня еще как-то надо ХКР запиликать. Не знаю, как все это уложится. Так, 83 место. В последнее время, ребята, очень что-то как-то часто и сильно сохнут глаза. Я не могу прям смотрю, ребята, у меня прям высыхают. Аж приходится их все время протирать. Не знаю, с чем это связано. Надо, наверное, каким-нибудь мази купить. Или как они там, капли? Капли для глаз? От сухости глаз. Потому что невозможно прям. Аж болят. Потому что моргать забываешь периодически, да? Когда особенно увлечен какой-то игрой, ты забываешь про моргание. И вот начинают высыхать глаза. Что не есть хорошо. Ну все, ребята, это был на сегодня у нас последний поединок. Смотрим сейчас, на какое место мы приземляемся, закрепляемся. 73-е. Конечно, это не 50-е место, но все-таки, ребят, нормально. Так, здесь вот обминочку сделаем. Ого, 33 тысячи мутагена я насобирал. Так, давай-ка срочно. Где у нас там зэк? Опачки. Так, 89 уровень он получает. То есть еще один, и он будет уже 90-м. Зато, смотри, зато появились вот эти вот. Раньше их не было. Раньше были просто награды забирали, да? Никаких больше там не было ничего. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.